привет, друзья, с вами Кенни, как игрушка под названием, конечно же, Frostborn. Сегодня я хочу вам показать уйма вопросов, просто как, что, чего ты так быстро добился и так далее и тому подобное. Сегодня хочу вам показать, как фармиться самые сложные вообще ресурсы, такие как, как сложные, вообще это изи, но тем не менее их надо очень много. Кожаные полосы, мы поговорим об этом. Металл здесь, понятное дело, это все можно фармить, если у вас есть станки. Также можно фармить стеганку, куртку, зеленку, вообще все, что угодно. Возможно, вы будете сейчас все писать в комментариях, то, что я мажорно это все делаю, но спору нет, я могу себе это позволить, поэтому идем на зеленый лес. Самое главное, я вот, смотрите, иду бомжом, скажем так, да, в топ-сумке. Кстати, кто не знал, тот может идти в лес с топ-сумкой, чтобы здесь вообще PvP нету никакого, поэтому можно смело вообще идти просто сюда, забирать и весь. Короче, смотрите, в чем задача состоит. Задача состоит найти 3 сундука, залутать и выйти. Объясню. А лока обновляется сразу после того, как вы лутаете 3 сундука, ну, допустим, на данной ситуации, это здесь. Я на третьем берсерге беру рассекатель, потому что он мне реально не нужен, просто нет. Просто собираю все ресурсы. Раз, ящик, смотрите. Так, вот этих всех мобов. Почему с рассекателем? Потому что он один из стоповских по дэмэджу. 2. Соответственно, собираю все ресурсы, которые падают с мобов. И это, поверьте мне, за 20 минут вы можете просто подняться снизу до потолка, скажем так. Так, дальше. Кожаные полосы. Почему именно делаю на них акцент? Потому что это один из ресурсов, который реально нужен для прокачки вашего, неважно, навыка там, да, ваших вообще действий дальнейших, ваших рейдов, ваших кирок и тому подобное. Смотрите, я вышел, сразу нажимаю войти, и у нас, вуаля, локация обновилась. Смотрите, вот раз сундук. Короче, за один рассекатель, я это обязательно, мне самому интересно, сколько можно за один рассекатель, так как оружие у нас сейчас это все дело, в честь Нового года подняли прочность. Поэтому, почему бы не использоваться этой ситуацией? Реально, вы просто ходите, мажором. Так, это сюда поставим. Морковка. Жареная морковка. Не понял. Ой, я что-то запутался уже. Вот этот я лутал, не лутал. Лутал? Да, лутал. Ладно, чуваки, спать. Рассекатель еще самая тема, потому что именно бьет по области. Да, именно по одному. Убивать не очень выгодно. Собираем абсолютно все. Вот у нас уже есть парочку кусков мяса для наших птичек. Вот что-то на полосы нам вообще не везет. Ладно, еще у нас один сундучок где-то остался. Где-то заныкался этот шкила. Вот он. Так, вы втроем спать. Забираем веревки. В приоритете, конечно же, ткань. Ой, не то. Это нам не надо. Текст. Вот, первая полосочка есть. Так, мяско сюда, лук. В хейм, кстати, вы можете также качать сразу одновременно. Представьте, вы это все делаете за один рассекатель. Допустим, в моем случае это так. Вы можете крафтить посохи на 8 урона. Вы можете крафтить, дубины. Если прям вообще, если хотите эконом проходить. Есть много уйма способов. Но на сегодняшний день я хочу показать именно, как это делается. Просто очень быстро. Лутаем просто. Так, камушек я собираю, потому что он мне нужен реально. Вот я сюда его в угол поставлю. Так, все, смотрите, вот, уже бинтик, чик, заюзал, все, пошел. Мясо сохраняется, бинтов этих миллиард, куча тонны у нас, поэтому я его сразу здесь и заюзаю. Вот здесь можно мобов всех собрать, чутарик подхилится. Даже главное, чтобы не завалили, потому что с этим огнем опасно играть на самом деле. Все, поехали. Так, вот. Тут сразу два ящика. Давай, хлоп, полоска. Нет, полоска, не повезло. Крепежи, вот смотрите, эти стандартные ресурсы, которые вы можете находить на Одине, они падают именно здесь. Но сургуча вы, конечно же, здесь не найдете. Это не есть хорошо. Так, это у нас второй, либо какой? Третий ящик. Все, можно выходить.
Не знаю, сколько времени прошло, но у меня на данный момент только одна полоска. Опять продолжаем. Пока щит висит у вас, вы можете пробежать смело через мобов. При этом всем сохранив свой весь хил, сохранив оружие и не ударив мобов. Вот еще три полосочки плюс completed. И так за час, я не знаю, это можно поднять очень много ресурсов, очень прям, реально очень. Ребят, пишите, пожалуйста, комментарии, потому что интересно, делали вы такое многие, либо нет, потому что знаю, что многие такого вообще не знали, что так локация вообще не обновляется, но тем не менее, это есть способ, и пользуйтесь им, это совершенно бесплатно, ничего там не надо кому-то что-то платить и тому подобное. Не дай бог. Так, вот, у нас здесь есть еще один ящик. От волков вы бомжом далеко не убежите. Почему бомжом, многие могут спросить. Потому что броня ломается, оружия нет. И здесь можно всегда найти мясо, которое вы отхилитесь просто на изях. И поднимете себе какой-то один из топа лупта. Вот смотрите. Так, я вот себе вот очень маленькую, вот прям малютку просто потратил себе данного рассекателя. Но остаюсь в плюсе. Дальше. Опять просто ровно идем в центр. Обычно там сундуки лежат. Три ящика у нас находятся вообще рядом. Это большой плюс на самом деле. Потому что выхлоп, вот бальзамчик упал. Камушки надо собирать. Можно даже без кирки. Кстати, кирка тут тоже падает. Простая кирка, простая. Вот что-то на полосы мне вообще как-то не шаражит. Ну здесь зеленка реально, ну как бы тоже нормально падает. Вот именно с вот таких сундуков вы можете поднять. Пока ничего нету, только стеганка падает. Это мы можем захавать, чтобы заюзать свой хил. Все, и вот таким образом вы можете маслать. Я сейчас хочу просто добить это до зеленого оружия какого-нибудь, чтобы им доказать то, что он реально здесь падает. Это можно вообще забиться полностью большой биг сумкой какими-нибудь ценными ресурсами, которые нужны именно для вас. Поэтому смело можно это все дело проюзать. Ну вот, чешуя, это один из топовских ресурсов, который нужно для мага. Для мага, маг, который идет, забыл уже, огненный, вот, да, вспомнил. Так, второй ящик. Давай, где зеленка, я не понял. Почему зеленки нету? Так, зря, наверное, собираю, вот он. И все, просто пришел, увидел, победил, собрал всех мобов, раскрутил, один раз ударил. Согласитесь, это топ. Мясо я прям тут собирал. Если вы нажимаете взять все, то мясо именно стакается в ваш быстрый слот. Это тоже удобно. Все, просто гриндим этот, скажем так, шепчущий лес, который находится просто без PvP зоны. Потому что с PvP зоны у вас такого не получится, потому что ребята, которые данные фармят, да, там на локации, то у вас не получится ее обновить. Вот в чем вопрос. Даже если вы все залутали, ну кто-то постоит, кто-то АФК, кто-то там еще что-нибудь, и вы будете ждать, пока челы уйдут. Магат! Вот этот вот, чтобы выбить реально вот фиолетовое какой-нибудь, это вообще топ, согласитесь. Я не знаю, кто-нибудь такой выбивал, пишите комменты. Потому что, блин, наверное, я первый раз это сделал. И именно сегодня. Супер. Ладно, мне не надо, это зелень. Я, пожалуй, обойдусь с фиолом. Я сегодня как бы очень в восторге от этого. Реально, это топ, это топ. Были тесаки фиолетовые. Ну, это давно уже было, миллион лет назад. Но такого я наблюдаю в первый раз. Это супер. Это надо вообще. Это для танка, так как для меня, для нашей семьи, отражалочки — это одна из топовских вещей. Тюк один раз. Все, пацаны. В чем вопрос?
Нет вопросов. Блин, ну вот зеленка вот никак не хочет падать. Фиолетовое оружие, фиолетовые эти дебафы все падают. Бафы, дебафы, отражалки, неважно, но зеленка что-то даже не клюет, скажем так. Но, блин, она должна быть. Она будет немножко, знаете, такая покоцана, но тем не менее, блин, это зеленка, это оружие, которое нужно для стартового, для нестартового чувака. Как бы, ну, если вообще нифига нету, то почему бы и нет. Вот здесь мы вот таким ударом лезвия своего ножа, так как мы собрали уже бальзам, сейчас мы можем его и заюзать. Зеленка. Во, полосочка, подружка ты наша. 5 штук уже есть, поэтому это не так уж и плохо. Это, блин, ну реально это быстро фармится. Все зависит от, не знаю, наверное, везения, скорее всего. Не то, что как вы это все быстро делаете. Может, на охотнике делать и так далее, и тому подобное. Но вот это, наверное, самый эффективный вариант. Лучника надо сразу прихлопнуть. Что-то у него лук в руках где-то пропал. Вот он снизу. Снизу ящик. И давайте-ка его залутаем, потому что там стопудово лежит зеленый лук. Инфосотка. А, нет, полоска. 7 штук уже полос. Вот, ребят, короче, таким образом, ну, я не буду уже тут гриндить до зеленки, но именно таким образом вы можете все это дело проворачивать. Не знаю, кому помог, кому не помог, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Кому понравился данный видосик, тоже обязательно пальчики вверх. Ну, а с вами был Кенни, как всегда, пошел фармить полосы. Чао, какао, пока-пока.